Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали ранним утром в Ижевске. Возможно, это связано с его работой на посту министра лесного хозяйства. Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей. Под арест попали 7 квартир в Москве и Ижевске, 2 земельных участка, автомобиль и дом в Каменном. Также при обыске у Соловьева нашли около 2 миллионов рублей. В Ижевск приедет известный путешественник Федор Конюхов. В столице Удмуртии он встретится с участниками казачьего похода. Пообщаться с ним смогут и горожане. С собой он привезет выставку по джигитовке. Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кудузова освободили из-под домашнего ареста. Такое решение приняли потому, что он не нарушал режим. Кудузова обвиняют в присвоении 43 миллионов рублей. Памятные акции, посвященные началу Великой Отечественной войны, прошли в Ижевске. Мероприятия состоялись в Сквере Победы, у Вечного огня, в Филармонии и у мемориала на Северном кладбище.